Re, viss ēters ir te! Ночь на среду небо на всей территории страны затянет тучами. Возможны дожди, местами туман. Ветер слабый, южный, юго-западный. Температура воздуха плюс 14, плюс 16. Таких заморозков, как в предыдущие ночи, больше не ожидается. В Риге плюс 16. Пасмурно, возможен дождь. День начнется хмуро. На всей территории Латвии возможен дождь. Но постепенно в западном и центральном районе распогодится. Будет ясно и солнечно. А грозовые тучи уйдут в северную и восточную часть страны. Воздух прогреется до 20-21 градуса тепла. В Риге днем облачно, возможен кратковременный дождь. Ближе к вечеру распогодится плюс 21, плюс 22.